Всем привет! В эфире Metal Detector. И сегодня мы с вами продолжим разгребать реально богатый осенний урожай релизов. Благо новой, а главное интересной и разноплановой музыки хоть отбавляй. Но мы, как и всегда, отобрали для вас только самое достойное. Смотрим! Открывает обзор четвертый полноформатный альбом мощной и яркой команды из Америки. На протяжении вот уже 8 лет участники этой группы рубят качественный technical melodic death metal. Скоростные гитарные пассажи, очень необычный и красочный бас, бодрые ритмы и отлично подходящий ко всему этому вокал. Вот основные элементы творчества музыкантов. Новый альбом радует своей разнообразностью, концептуальностью и продолжительностью в целых 70 минут. Легендарная канадская группа, основанная в 2004 году, записала пятый полноформатный альбом. Причем предыдущий диск был выпущен всего лишь весной прошлого года. Видимо, такая повышенная продуктивность связана со сменой вокалистки в 2014. На новом диске команда все так же продолжает исполнять довольно жесткий мелодик death metal с элементами metalcore. Причем этих самых элементов с каждым новым альбомом становится все больше и больше. Второй студийный альбом выпустила интересная и самобытная команда из Британии. Музыка коллектива примечательна разнообразием. Участники группы не зацикливаются на каких-либо определенных направлениях. Именно поэтому на новом альбоме, равно как и на дебютном, можно услышать элементы таких жанров, как альтернатив метал, нью метал, хардкор и прочих. Интересные ритмические рисунки удачно сочетаются с массивными гитарными рифами и мощным и в меру агрессивным вокалом. А на очереди один из ярчайших представителей во всех смыслах сложного жанра хаотик хардкор. Это уже 8-й альбом бодрой американской банды, которая была образована в 98-м году. Неимоверно напористый, то мелодичный, то уходящий в истерику вокал. Мощные гитарные рифы, свойственные жанру саузерн рок. Запутанные ритмы и неудержимый драйв. Всем этим просто пропитана новая пластинка музыкантов. Oh,
Необычным и ярким дебютным альбомом порадовал новый американский проект, а точнее сказать, супергруппа. Как и надлежит в подобном случае, команда состоит из именитых музыкантов таких всемирно известных коллективов, как Alice in Chains, Mastodon, Death Clock и других. Официальное направление команды — это прогрессив-метал. Однако на пластинке можно встретить обороты, свойственные жанрам фанк, хардкор, панк-рок и не только. Одним словом, это красочная и действительно уникальная работа, на которую стоит обратить внимание всем ценителям качественной экспериментальной музыки. Красивый концептуальный дебютный альбом записала относительно молодая, но реально мощная команда из Турции. На самом деле, молодой эту команду назвать сложно. Дело в том, что группа была основана еще в 2006 под именем Gurf. Но в прошлом году, частично поменяв состав, участники решили сменить и название команды. Однако все это не особо повлияло на музыку группы. Парни продолжили исполнять все тот же мощный мистический мелодик death metal с отличными оркестровками и волшебными элементами восточной этники. Знаменитая, можно даже сказать знаковая, англоязычная команда из Финляндии представила на суд публики седьмой студийный альбом, который по факту состоит из одного 40-минутного трека, разделенного на 7 частей. Коллектив исполняет интересный и качественный мелодик death metal на протяжении вот уже 19 лет. При работе над новым альбомом музыканты не отошли от своей линии. Все та же потрясающая атмосферность, все те же яркие мелодии и элементы дум, фолк и симфометал. Еще одна не менее известная дум-метал группа из Финляндии порадовала своих поклонников четвертым полноформатом. Главной особенностью коллектива является использование русского языка как в самих песнях, так и в названиях альбомов. Дело в том, что вокалист и автор текстов Эрки Сеппенин, лингвист по образованию, изучал русский язык в Санкт-Петербурге, а в данный момент преподает его в Тампере. Также примечательной фишкой являются инструменты, которые используют музыканты. Так, на бас-гитаре имеется всего лишь одна струна, а электрогитара выполнена в форме автомата Калашникова. Парад легенд продолжается, и на очереди культовая шведская группа, записавшая 12-й полноформатный альбом. Коллектив был основан в 1990 году, и за все это время жанр его музыки претерпел заметные изменения.
Если ранние работы можно было отнести к прогрессив Dead Metal и Dead Doom Metal, то более поздние альбомы тяготеют к прогрессив рок. Причем с каждым новым диском в музыке команды стало появляться все больше и больше элементов таких жанров, как фолк, блюз-рок и джаз. Как бы там ни было, новый альбом получился красочным, концептуальным и, разумеется, интересным. Ну а напоследок молодая, яркая и перспективная команда из Украины, исполняющая добротный альтернатив-рок с элементами дэнс-метал. Группа существует уже довольно давно, и некоторые ее участники знакомы практически с рождения. Однако активная деятельность команды началась лишь в прошлом году с появлением нового вокалиста. Всего за один год участники коллектива проделали колоссальную работу и подняли команду на новый уровень. Так, например, был выпущен профессиональный дебютный клип на песню «Holy Story», которая войдет в дебютный альбом, планируемый к выходу ближе к концу года. А на сегодня это все. Не забудьте заглянуть на нашу ВК-страницу. Там для вас приготовлена интересная и полезная информация. Ну а генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте – RMO Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!